Цементация называют процесс высокотемпературного диффузионного насыщения поверхностного слоя стального изделия атомарным углеродом с целью упрочнения поверхности и повышения износостойкости. Как правило, цементацию осуществляют при температурах выше точки АЦ3, когда остынет устойчив и углерод способен растворяться в нем в большом количестве. После цементации проводят закалку и низкий отпуск изделия, в результате чего оно приобретает требуемые свойства. Цементации подвергают легированные низкоуглеродистые стали, поскольку последние практически не упрочняются закалкой. Толщина цементованного слоя обычно составляет от 0,5 до 1,8 мм. Цементацию проводят в твердом, основодревесный уголь, или газовом, основооксид углерода или метан, карбюризаторе, кипящем слое, растворах электролитов или паст. Цементацию используют для улучшения механических свойств поверхности зубчатых колес, пальцев, валов, осей, рычагов, червяков и других деталей.